Сегодня мэр Тирасполя доложил президенту, что в столице не хватает учителей младших классов. Уже сейчас во многих школах практически укомплектованы первые классы. Например, в 13-й школе осталось набрать всего один класс. Многие родители записывают детей в школу поздно, в августе, когда классы сформированы. Учителя познакомились с детьми, и попасть к учителю или в школу, в которую хочется, практически невозможно. И сегодня же на совещании в правительстве перед министром поставили задачу провести разъяснительную работу для родителей, чтобы записывали детей в школу как можно раньше. Учителей не хватает, в Тирасполе приходится увеличивать количество учеников в классах. Мы стараемся их уплотнять, увеличить количество детей для того, чтобы обеспечить их преподавательским составом. Как бы все, конечно, надеются на то, что обучение будет у нас очное, как вы, в принципе, сказали. Но готовимся на всякий случай и к дистанционному обучению. В школах сейчас идет запись в первый класс. Олег Довгополо отметил, прием проходит активно и пока равномерно. В прошлые годы стремление выбрать школу исключительно из соображений престижа приводило к тому, что классы в одних школах были переполнены, а в других – малокомплектными. У нас даже в 6-й школе в этом году нет никаких перекосов. Слава богу, люди потихонечку начинают привыкать к тому, что надо опираться в первую очередь на показатели, которые показали дети на экзаменах, а не на звонки через руководство и так далее. По правилам при приеме детей учитывается место прописки, но столичные школы принимают и детей из других городов и районов, чьи родители живут или работают в Тирасполе.